2004-2005 годов рождения построены, докладывал судья Туэр. Вольно. Вольно. Ассаламу алейкум, наша добрая посол. В течение двух дней наши с Богом писали письма гражданина первенства Чеченской Республики по греко-римской подписи юноши 2004-2005 года, отборочная на первенство СКПО и России. В течение этих двух дней определились наши финалисты, которые будут выступать на первенство СКПО и России. От имени Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики хочется пожелать всем нашим победителям, призерам успешного выступления на первенстве СКПО в России. И я надеюсь, что эти наши участники сегодняшние будут принимать участие на первенстве Европы и мира. Да, это больше. От имени Федерации также хочется поблагодарить главную судейскую коллегию, старшего тренера Искарханова Волка и пожелать вам, так же, как мы говорим, от Федерации, от Министерства спорта, чтобы флаг Чеченской Республики пронесся и на первенстве России, и на международной арене. Да, это больше. Да, это больше. Там я, вице-президент Федерации спортивной борьбы и Саша Булатов. Патриарх греко-римской борьбы, заслуженный тренер России, Советского Союза, всеми уважаемый, любимый Файзулла Умаров. Я вижу, что это.
Наперед! Вух! Дякую! Марш!